По поручению исполняющего полномочия главы муниципалитета Сергея Горелова готовится новая концепция благоустройства сквера на улице Жуковского около дома номер 3. Жители просят сделать в сквере асфальтированные дорожки для пешеходных прогулок и освещения. По словам Максима Пчелкина, проблема решаема. Две транзитные дорожки будут построены в ближайшее время. На обсуждение вынесены варианты их оформления, так как в сквере растут огромные ели, корни которых мешают тому, чтобы беспрепятственно положить тротуар. Две дорожки транзитные мы делаем в асфальте без борта, с укреплением и отсыпкой откосов плодородным грунтом и подсеем туда траву для газона. Это первое, да, две дорожки транзитные. Далее, установка двух опор освещения, каждая по два рожка, да, от существующих линий освещения. После выполнения этих работ запрашиваем мнение жителей на либо продолжение в том же духе это закончит, либо люди все-таки решат, что предложенный вариант с гранитным отсевом предпочтительнее, и тогда мы будем выполнять и его.